честно отработав долгие годы, нас решили вы оставить, себя на пенсию отправить. Он, как и все, планировал получать пенсию каждый месяц. 17 300 рублей. Консазал стенд. Все уж по акции. Но устав от такой жизни уже через неделю... Одинокий вы человек, Николай Сергеевич. Я больше ни с кем не хочу знакомиться. Решил устроить себе последний праздничный день. Сегодня, наконец, мы увидимся, дорогая. Но сначала я попробую повеселиться. И стал другом на час. Приветики, я Леха. Не понял. Оторвемся сегодня, как в последний раз. Друг на час. Ну что там, 400 косарей? Ого, много. Много, это 50, а 400 это 50.